Этот вирус зовут ностальгия. Не поможет, увы, интернет. Просто мы теперь стали другими. Понимаем, что прошлого нет. Что нам надо, по сути, немного прикоснуться к тем теплым домам. Мы с тобой, собираясь в дорогу, наше детство оставили там. Девочки мои родные и мальчишки заводные, я вас всех до чертиков люблю. По ночам приходят письма из Москвы, из Сан-Франциско, возвращая молодость мою. Далеко, далеко за морями, за горами не виден вдали. Мир огромный, потерянный нами на другой половине земли. Будут сниться знакомые лица, расступая из завтрашней тьмы, не сумев увести за границу, нашу юность оставили мы. Девочки мои родные и мальчишки заводные, я вас всех до чертика люблю. По ночам приходят письма из Ганновера и Минска, возвращая молодость мою. Хорошо бы вернуться однажды, появиться на белом коне. Так мечтает, наверное, каждый. Или все это чудится мне? Мы живем совершенно другие, на другой половине земли. Этот вирус зовут ностальгия, и лекарства еще не нашли. Девочки мои родные и мальчишки заводные, я вас всех до чертиков люблю. По ночам приходят письма из Бершевы и Тбилиси, возвращая молодость мою. По ночам читаю письма из Москвы и долго впился, вспоминая молодость свою. Вспоминая молодость свою.